Добрый день, гости нашего канала. Сегодня я вам покажу, как вязать вот такой вот симпатичный ромб. О петлях, применяемых в этом узоре, вы можете подробно посмотреть видео, ссылка на которое сейчас на экране или в описании к видео. Начнем. Начнем вязанием. Раппорт у нас состоит из 14 петель, плюс 2 кромочные, итого 16. Первый ряд 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 4 изнаночных, 1, 2, 3, 4 и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 кромочную. Второй ряд 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5 перехват 2 на 2 с наклоном влево. Все 4 петли вяжем лицевыми. И 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5 кромочная. Третий ряд 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 4 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5 кромочная. Четвертый ряд 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4 перехват 2 на 1 с наклоном вправо. Первые 2 петли мы провяжем лицевой, 1, 2, а третью петлю мы провяжем изнаночной. Снова делаем перехват 2 на 1 с наклоном влево. Здесь все 3 петли вяжем лицевые. И 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4 кромочная. Пятый ряд 4 лицевые, 1, 2, 3, 4 2 изнаночные, 1, 2 1 лицевая, 1, 3 изнаночные, 1, 2, 3 и 4 лицевых, 1, 2, 3, 4 кромочная. Шестой ряд 3 изнаночных, 1, 2, 3 перехват 2 на 1 с наклоном вправо. Здесь все 3 петли провязываем лицевой. 1, 2, 3. 1 изнаночная, 1, 1 лицевая, перехват 2 на 1 с наклоном влево, первую петлю мы провязываем изнаночной, вторую и третью лицевой и 3 изнаночных, 1, 2, 3, кромочная, 7 ряд, 3 лицевых, 1, 2, 3, 3 изнаночных, 1, 2, 3, 1 лицевая, 1 изнаночная, снова 1 лицевая, 2 изнаночных, 1, 2 и 3 лицевых, 1, 2, 3, кромочная, 8 ряд, 2 изнаночные, 1, 2, перехват 2 на 1 с наклоном вправо, первые 2 петли мы провязываем лицевой, 1, 2, третью мы провязываем изнаночную, лицевая 1, изнаночная 1, снова лицевая 1 и изнаночная тоже 1, перехват 2 на 1 с наклоном влево, все 3 петли провязываем лицевой, 1, 2, 3, 2 изнаночных, 1, 2, кромочная, 9 ряд, 2 лицевые, 1, 2, 2 изнаночные, 1, 2, лицевая, 1, изнаночная, 1, снова лицевая, 1, изнаночная 1, снова лицевая, 1, 3 изнаночные, 1, 2, 3 и 2 лицевые, 1, 2, кромочная, 10 ряд, 1 изнаночная, 1, перехват 2 на 1 с наклоном вправо, все 3 петли провязываем лицевой, 1, 2, 3, теперь изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и еще раз лицевая, получается мы чередуем: лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, перехват 2 на 1 с наклоном влево, и первую петлю мы провязываем изнаночной, потом 2 лицевые, 1, 2 и 1 изнаночная, кромочная, 11 ряд, лицевая 1, 3 изнаночных, 1, 2, 3 и теперь чередуем: лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 изнаночных, 1, 2 и 1 лицевая кромочная. 12 ряд. Перехват 2 на 1 с наклоном вправо. Первые 2 петли мы провязываем лицевой. 1. Два. Третью петлю мы провязываем изнаночной. И чередуем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Перехват 2 на 1 с наклоном влево. Все 3 петли провязываем лицевой. Раз, два, три. Кромочная. 13 ряд. 2 изнаночные. 1, 2. И начинаем чередовать. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и 3 изнаночных. 1, 2, 3, кромочная. 14 ряд. 2 лицевых, 1, 2 и чередуем. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 3 лицевых, 1, 2, 3 и кромочная. 15 ряд. 2 изнаночные, 1, 2 и начинаем чередовать. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и 3 изнаночных. 1, 2, 3. Кромочная. 16 ряд. Делаем перехват 2 на 1 с наклоном влево. Первую петлю мы провязываем изнаночной. 1, а 2 лицевой. 1, 2. И начинаем вязать. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Делаем перехват 2 на 1 с наклоном вправо. Первые 2 петли провязываем лицевой. 1, 2, 3 провязываем изнаночной и кромочную. 17 ряд. 1 лицевая, 1, потом 3 изнаночных. 1, 2, 3. Чередуем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 изнаночных, 1, 2, 1 лицевая, кромочная. 18 ряд. 1 изнаночная, перехват 2 на 1 с наклоном влево. Первую петлю мы провязываем изнаночной, вторую и третью лицевой, первая, вторая. Теперь изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Делаем перехват 2 на 1 с наклоном вправо. Первые 2 петли провязываем лицевой. 1, 2. Третью петлю мы провязываем изнаночной. И еще одна изнаночная и кромочная. 19-й ряд. 2 лицевые. 1, 2. 2 изнаночные. 1, 2. Чередуем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. 3 изнаночных. 1, 2, 3. 2 лицевых. 1, 2. Кромочная. 20-й ряд. 2 изнаночные. 1, 2. Перехват 2 на 1 с наклоном влево. Первую петлю мы провязываем изнаночной. 1. Вторую и третью лицевой. 1, 2. Вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Делаем перехват 2 на 1 с наклоном вправо. Две первые петли лицевой. 1, 2. Третья петля изнаночная. И 2 изнаночные. 1, 2. Кромочная. 21-й ряд. 3 лицевых. 1, 2, 3. 3 изнаночных. 1, 2, 3. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночные, 1, 2 и 3 лицевых. 1, 2, 3. Кромочная. 22-й ряд. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Перехват 2 на 1 с наклоном влево. Первую петлю мы провязываем изнаночной. 2 остальные лицевой. 1, 2. Вяжем изнаночную, лицевую, перехват 2 на 1 с наклоном вправо. 2 первые петли мы провязываем лицевой. 1, 2. Третью петлю мы провязываем изнаночной. И 3 изнаночные. 1, 2, 3. Кромочная. 23-й ряд. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночных. 1, 2. 1 лицевая, 3 изнаночных, 1, 2, 3 и 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Кромочная. 24-й ряд. 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Перехват 2 на 1 с наклоном влево. Первую петлю мы провязываем изнаночной. 1 и 2 лицевых. 1, 2. Снова делаем перехват 2 на 1 с наклоном вправо. Две первые петли мы провязываем лицевой. Раз, два. Третью петлю мы провязываем изнаночной. И 4 изнаночные. Раз, два, три, 4. Кромочная. 25 ряд. 5 лицевых. Раз, два, три, 4. 5, 4 изнаночных. Раз, два, три, 4 и 5 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, кромочная. 26 ряд. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Перехват 2 на 2 с наклоном влево. Все 4 петли провязываем лицевой. Раз, два, три, 4 и 5 изнаночных. Раз, два, три, 4, 5. Кромочная. 27 ряд. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочная. Вот такой ромбик у нас в итоге получился. Раппорт состоит из 14 петель в ширину и 27 рядов у нас вышло в высоту. Такой вот рисунок хорошо подойдет для шапки. Можно на кофте использовать, на рукавах кофте.